Так, склад команди «Марафон». Борисевич Олександр, Шевченко Андрій, Федик Михайло, Барсуков Олександр, Кухаренко Павло, Харченко Валерій і Боримський Юрій. Удачі вам, хлопці! Команди «Софтком». Thank you.
Чем больше поколений. Офел у команди «Марафон». На 19 хвилині зустрічі у команди «Марафон» відкрив рахунок Харченко Валерій. Розпочинається остання хвилина першого тайму. Сегодня уже, потому что три игры, я буду
Закінчився перший тайм. Зберіг команду «Марафон». Thank you.
Фолу команди «Марафон». Фолу команди «Софткор». Другий фолу команди «Софткор». Come on, guys.
Третій фол у команди «Софтком». На 32-й хвилині зустрічі у команді «Марафон» відзначився Шевченко Андрій. У команді «Софтком» відзначився гравець номер 3 Шевчук Віталій. Thank you.
На 36-й хвилині зустрічі у команди «Марафон» відзначився Боримський Юрій. Другий фол команди «Марафон». Четверте коло команди «Софтком». Розпочинається остання хвилина зустрічі між командами «Софтком» та «Марафон». Рахунок 3-1 на користь команди «Марафон». П'ятий фол у команди «Софтком». На 40-й хвилині зустрічі у команди «Софтком» відзначився Бобровський Олександр. Фол у команди «Марафон». Thank you.
Тайм-аут взяла команда «Софтком». Команда «Марафон» попереджения у гравця Борисевича. Артем, ну, очень хорошая игра, да, то есть на последних минутах, на последней минуте у вас была возможность отыграться, как минимум сыграть ничью. Что это было вообще, то есть, ну, как бы непредсказуемо? Про что, про последний момент или про игру? Про последний момент. Ну, взяли тайм-аут специально, чтобы обсудить, как разыграть штрафной, вот, и до конца, как бы, не рассчитали ни на роль, или как должны располагаться игроки. Перенервничали? Да не, просто мы, честно скажу, не готовились к такому развитию событий, вот, как на последней минуте штрафной, который можно реализовать, да. Вот, поэтому, ну, так спонтанно получилось, организовали. Ну, ты доволен игрой команды? Не, в целом, своей или чужой? Своей. Своей, в принципе, наверное, да, были голевые моменты, можно было реализовать. То, что пропустили, ну, такое стечение обстоятельств, на самом деле, там, девятка, штрафной, не, точнее, угловой, но по угловому надо было чуть внимательней. Вот. Ну, а третий гол, как бы, чисто на суде, я думаю, это можно в копилку судье записать. Ваша команда проигрывает все время в один мяч, то есть чего не хватает? То есть, если бы сказали, что вы там в сухую проигрываете, это было бы, может быть, не так обидно, а так вот в один мяч уже не первую игру. Ну, все очень просто объясняется, мы просто не забиваем плюс один, да? Вот, на самом деле. Моменты есть, не то, что вообще без моментов. Счет показывает, что нам еще есть куда расти. Мы в процессе, это самое главное. Важен не только результат, а процесс, да, тренировочный, подготовительный. Вот в этом моменте нам нужно дорабатывать. Ну, я желаю вам, чтобы вы нашли то недостающее, чтобы как минимум играть ничью или даже выигрывать. Спасибо большое, будем стараться. Спасибо.